Васильки в букетах, чай и бабушкин пирог. Всем привет, меня зовут Злата, очень рада видеть вас на моем канале. Сейчас решила озвучить видео. Как вы можете понять, на заднем фоне у меня пение птичек, а это значит то, что это влог, и это влог с дачи. Но прежде чем мы поедем, я решила показать вам свою рассаду на балконе. А в комнате уже не стала снимать, в основном там рассада сальвии и петунии. Рассада бархатцев, рассада целузии, там у меня петуния томаты. Здесь у меня газания, колиусы, красная лобелия, петуния, виола, еще петуния, там томаты на фоне, остаток, точнее, каких-то томатов. Лук, цинния, еще петуния, томат, еще большая петуния. Колиусы, далее тут вот астильба, хоста, тоже мышиные ушки. Это все из фикс-прайса, два черенка. Пока что все-таки подумала, что рано перевозить на дачу. Наверное, в следующий раз уже перевезу и посажу. Вот, боюсь обратных заморозков все-таки. Несмотря на то, что это уличные растения, как-то пока что еще страшновато их пересаживать. Скабиоза. Очень плохая была всхожесть у этого растения, у этих семян точнее. Это тонколистный бархатец. Томаты, снова лобелия, только тут уже синие лобелия. Обычные бархатцы, не помню какого цвета, там подписано где-то внизу. Тут у меня такая клетка. В клетке у меня виола, львиный зев, что там еще, цинерария. Тоже там много растений. Тут еще на стульчике рядом есть хоста. Уже не из фикс-прайса, он из Вальбериса заказывал там определенный сорт. Тоже там колесные бархатцы, агерату, еще петуния, лобелия, целый поддон, там синяя лобелия. Томаты тут еще есть. Львиный зев, виола разных цветов. Тут голубая виола, здесь вроде красная, там еще желтые есть. Голубая сальвия монарх. Томат, который уже растет в потолок. Тоже виола, какого-то другого цвета, тоже он там подписан. Еще одна петуния, которая уже распускается. Я оставила просто буквально посмотреть сорт. Вот, ну и просто, чтобы хоть какие-то растения уже цвели. Вот, и здесь цинерария. И там еще сзади петуния. Все. Такая вот рассада. Ну и так, мы уехали на 4 дня, я решила томатики притянить, поэтому вот отдельно снимаю их. Кто смотрит меня с прошлого года, наверняка помнит о том, что в прошлом году мы разрушали наш дровник. Та конструкция не была красивой, но она была нам нужна, поскольку мы как-то заказали очень много дров, не было места, поэтому мы соорудили вот такую вот вещь. Она отслужилась, мы ее убрали, снесли. Теперь вот эта конструкция, это туалет-инструменты-тоже дровник. Вот, дров у нас уже мало осталось, поэтому нам, в принципе, нужно заказать их. И чтобы себе же двойную работу не делать, мы их решили расположить пока что у гаража, просто вот чисто на досочку положим дрова, и пусть они там проветриваются, плюс они там не мешают. Все, машину с дровами мы заказали, ну а пока наводим красоту в саду. Ждем дрова. Вот сейчас должен грузовичок уже подъехать, и мы его проводим до участка. Вот, чтобы они не потерялись, так скажем. Вот. Thank you.
кусочек такой получился. Открыли теплицу. Культиватором дедушка вскопал нам наше это поле, и теперь мы просто формируем грядки. Высокими особо мы их не делаем. Сижу, перебираю свои семена, думаю, что сейчас буду сеять в теплицу на рассаду. Уже выбрала цинью, вот у меня тут много-много сортов. Ее всю буду сеять именно в теплицу на рассаду, она прекрасно там вырастает. И потом я просто пересаживаю на постоянное место, на какие-то клумбочки, еще. В общем, все это увидите. В принципе, кстати, в том году я тоже это показывала. Далее посажу обязательно бархатцы, вот эта вот вся пачка. В принципе, ее всю можно сажать, тут именно бархатцы. Далее ипомея. У меня трехцветная ипомея, поэтому вот то, что там новости писали, вот ко мне не относится. Вот, и далее агератум попробую. Вообще его уже, конечно, поздно сеять, но хочу попробовать, поскольку у меня много семян агератума. Посмотрим, что из этого получится. Целозию колосковую хочу посеять. Хотела ее посеять дома на рассаду, но просто уже места нет, поэтому попробую вырастить в теплице. Ее как раз-таки сеют в середине апреля, сейчас начало мая, точнее, сегодня 30 апреля, поэтому, ну, чуть-чуть запоздали, да? Но бывает, с кем не бывает. Я тут уже не все снимала, но мама обработала флоксы. Я рядом с флоксами посадила василек. Ну и здесь я решила вскопать и посеять подсолнух и ноготки. Вот, посмотрим, что из этого вырастет. Подсолнухи здесь низкие и чисто декоративные. Вот, должно красиво выглядеть. Ну, в теплице, как вы поняли, я тоже много чего посеяла. И тоже ждем всходы. Здесь у меня бархатцы. Сейчас, вот тут вот бархатцы. Там идет цинья. Здесь вот немного лука на перо, семена тоже мне попросили посеять. Тоже там вот одна цинья огненного какого-то там красивого оттенка. И здесь у меня тоже бархатцы. Лунки чисто наметила. В следующий раз, наверное, уже привезу томаты. Хотя...
Ну, посмотрим, посмотрим по погоде. Также вот эта вот мамина клумба. Здесь всегда росла только космея, но в этом году тоже эксперименты. А тут она посеяла мальву, далее лаватера, потом вот эта вот часть маленькая, там подсолнух красный, декоративный. Далее какая-то там другая космея, потом космея, которая каждый год. Здесь у нас василёк, вот. После пары в универе я заехала в магазин Обе. Давайте быстренький обзор. Купила кассету рассады бегонии. Вечно цветущая, по-моему, называется. Вечно цветущая, да. Очень хотела красного цвета, но красного цвета бегония была такая прям вся исцарапанная. Поэтому будет розовенькая. В принципе, хочу попробовать ее выращивать, поэтому ничего страшного, будет такая. Стоила она... 300 рублей, кассеты рассады, 6 штучек здесь. Ну, еще купила 2 аквилегии, тоже не выращивала еще такое растение, это многолетка. Живет она, правда, около 4-5 лет, но в любом случае хочу попробовать вот такие вот красивые расцветки. Вот это вот вообще стоило 79 рублей, это 100 с чем-то, точно не помню, но тоже дешево. Вот, далее, ну, тут удобрение взяла, еще вот такое вот удобрение, хилоцинка от муравьев. 2 штучки. И еще дихлофос, чистый дом. На даче буду пшикать под сайдинг от ос. Что-то у меня вот там вот шуршит, и иногда в доме появляются осы, поэтому буду пшикать. Вот, стоил, конечно, 514 рублей. Но я не знаю, может быть, это и нормальная цена для дихлофоса. Вот, все. Буду вот это вот сейчас все сажать. Возможно, бегонию тоже пересажу в стаканчики побольше. Сима, естественно, все проверяет. На этом мое видео подходит к концу. Всем пока-пока. До новых встреч.